Ребята, всем привет! Сегодня будет тема видео книги, да, Жак Анкетель, французский велогонщик, который уже, к сожалению, скончался. Так рано, 53 года ему было, скончался он в 1987 году, но оставил за собой труды в виде книг, да. Прочел я одну книгу, переведен на русский язык. Легко его найти, то есть в интернете есть на множество форматах. Книга называется «Велосипедный спорт», и три автора там, они все вместе, получается, Жак Анкетель, сам гонщик, Пьер Шане и Мишель Скоп. Я не знаю, либо это друзья, либо тренера. Но, в общем, вся информация, которая там изложена, она от уст Жака Анкетеля. Вот почему я вам советую эту книгу. Во-первых, она небольшая, всего лишь 98 страниц в формате в телефонном, да, то есть 98 страниц – это легко читаемых. Вот, и чтобы я там мог для вас отметить, смотрю на себя, хотя объектив у меня тут. Что бы я мог отметить по этой книге? Во-первых, она очень собранная, да, то есть там рассматривается все поверхностно, но для новичков там открывается множество таких моментов, которые вы на своем опыте обретали бы за несколько лет, да, то есть понятно, множество книг уже на эту тему велосипедного спорта написано, и можно много статей найти, но тут именно велогонщик делится своим опытом, как поступал он, самый проверенный способ, да, из которых, из множества возможных вариантов, да, то есть, и вы для себя уже можете оттуда что-то почерпнуть, да, то есть, там, конечно, очень мало касается темы именно шоссейных гонок, шоссейных тренировок, да, но тут даны, как мне показалось, некоторые азы для начинающих велосипедистов не именно даже шоссейного, а всех трех видов, да, это трек, кросс-кантри и шоссе. То есть он объединил все вот эти три дисциплины в одну и просто дает общие рекомендации, как входить в этот вид спорта, как себя вести, да, и что делать для того, чтобы достигать своих поставленных целей. Поэтому, ребята, находите, да, читается очень легко, очень быстро, когда едете на работу, либо с работы, да, либо вам просто перед сном, вот у вас есть 15 минут, взяли, почитали, набрались опыта какого-то в теории, да, потом уже можно применить на практике. Мне книга очень понравилась, то есть вот я в велоспорте с 2014 года, да, то есть, как казалось бы, да, пролетели эти 4-5 лет, но все равно для себя что-то новенькое почерпнул, поэтому для новичков, которые только-только входят в этот спорт, я думаю, там будет очень много интересного, поэтому советую. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, всем здоровья, тренируйтесь правильно, и пока, ребята.